На AliExpress в разделе Tmall появилась цена на смартфон Xiaomi Mi Mix 2S 99 999. Что этим хочет сказать AliExpress? А на самом деле на AliExpress пройдет день Xiaomi на Tmall. Tmall — это подраздел AliExpress, который находится на территории России и прежде всего для жителей Российской Федерации. Известно то, что 7 июня будут эксклюзивные скидочки на смартфоны Xiaomi, ну и прежде всего на флагман Xiaomi Mi Mix 2S. А также будет интересная цена на Xiaomi Redmi 5, 8200 рублей на 16-гигабайтную версию и 9800 рублей на 32-гигабайтную версию. На Redmi 5 Plus 11200 и 12230, на Xiaomi Mi A1 64-гиговая 12913 рублей. Итак, друзья, акционная цена на данный момент неизвестна, ни на 64-гиговую, ни на 128-гиговую модель. Средняя цена на Mi Mix 2S у китайских продавцов на AliExpress — это $500, в рублях 31 тысяча рублей. Следует предположить, что на Tmall цена должна быть, ну, как минимум, тысяч на 5 рублей больше. То есть акционная цена 36 тысяч рублей и за 128-гигабайтную ориентировочно 40-41 тысяча рублей. Также стоит отметить о том, что Tmall завозит официально Xiaomi в Россию, соответственно, вы получаете официальную гарантию 1 год, возможность возврата в течение 15 дней, даже, ну, 14 дней будем говорить, если вам вдруг смартфон не понравился или не подошел, и доставка в России, по России, где-то от 2, там, ну, до 5 дней, все зависит от того, где вы живете и находитесь, а не так, как с китайских магазинов, которые идут 2 недели или больше, или, может быть, вообще не придут. Теперь давайте вкратце разберемся, что же из себя представляет Xiaomi Mi Mix 2S. Это продолжение линейки Mix, которую компания Xiaomi успешно развивает, и лично я считаю, что очень даже хороший смартфон. Кстати, технические характеристики этого смартфона очень впечатляют. Это 6 гигов оперативки, это 64 или 128 гигабайт встроенной памяти, это мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с максимальной тактовой частотой 2,8 ГГц, что даст возможность вам играть в любую игру без проблем. Оперативка, кстати, LPDDR4X, которая очень быстро срабатывает, вопросов нет, это очень круто. Также компания Xiaomi снабдила данный смартфон беспроводной зарядкой и впихнула туда аккумулятор 3400 мАч. Для смартфона с диагональю 5,99 дюймов и с отношением сторон 18:9, это такой, знаете, безрамочный девайс, это вполне себе приличная батарейка, то есть это среднестатистическая, я бы так сказал. Возможно, хотелось бы больше, но тем не менее. Также компания Xiaomi снабдила этот смартфон хорошими основными камерами на 12 мегапикселей с 4-осевой стабилизацией и апертура 1.8. И второй телеобъектив на, тоже на 12 мегапикселей и с апертурой 2.4. Это, конечно, не лучшие показатели на рынке, но я уверен, что для лучших показателей на рынке нужна и цена повыше. Вот единственная фронтальная камера на 5 мегапикселей, как по мне, это не очень-то круто, хотелось бы получше. Также смартфон имеет в наличии NFC, Bluetooth 5.0, широкий спектр диапазонов частот по LTE, в том числе Band B20. А также поддерживается дополненная реальность AR и в камере встроенный искусственный интеллект, который распознает 206 сцен. В итоге Xiaomi Mi Mix 2S — это завидный смартфон, который имеет очень много крутых фишек, в частности беспроводная зарядка, самый мощный процессор, 6 или 8 гиг оперативки, 64, 128 или 256 гигабайт встроенной памяти, а также корпус из керамики, черный или белый цвет. В целом мне также не терпится протестить Mi Mix 2S и рассказать вам все на личном опыте. Теперь давайте все подытожим и взвесим все плюсы и минусы. Прежде всего стоит отметить о том, что смартфон не идеален. Например, передняя камера находится в нижней части, что, ну, не совсем удобно. Также некоторые люди хотят себе побольше аккумулятор, и 3400 их, ну, явно не устроит. Ну и еще есть контингент людей, которые любят голый чистый Android, которого здесь также нет. Здесь есть операционная система MIUI, в которой я вижу огромнейшее количество плюсов, в частности, второе пространство, клонирование приложений, несколько оконный режим, запись видеоэкрана, ну, много встроенных функций. На самом деле MIUI, она очень-очень широка и юзабельна, и мне она действительно
очень нравится. Сам пользуюсь сейчас Xiaomi Mi 5S, и это смартфон просто бомба до сих пор. Поэтому, взвесив все плюсы и минусы, я скажу, что этот смартфон действительно стоит своих денег. Единственное, нам нужно узнать, точно ли он будет стоить тех денег, о которых мы говорили в начале. То есть это не более 36 тысяч рублей за 64-гигабайтную версию и не более 40 тысяч рублей за 128-гигабайтную версию. Если будет меньше, то тогда есть смысл думать и брать. Также стоит отметить о том, что компания Xiaomi выпустили свой новый флагман Xiaomi Mi 8. Там не все, опять же, однозначно, поэтому насчет Mi 8 еще нужно подумать и дождаться, когда этот смартфон начнет продаваться, когда уже месяца 2-3 пользователи его поюзают. В частности, о Mi Mix 2S пока что только положительные отзывы. Я уже не говорю о том, что Google разрешила накатить новую бетку Android на Mi Mix 2S, и можно это сделать. Правда, это больше для гиков, но тем не менее. Поэтому, друзья, если вот он будет стоить столько, сколько мы говорили, то тогда он своих денег стоит. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, на мой инстаграм-аккаунт и на мой твиттер-аккаунт. Спасибо всем за просмотр, всем пока, до скорых встреч в новых видео.